И всем привет, возвращаемся к катаклизм светлой ночи. Решил, значит, поиграть на этот раз некромантом. Сценарий, значит, ученик волшебника, профессия начинающий некромант. Ну, из навыков, как мы видим, только искусство магии прокачано, то есть дополнительно я ничего не брал. Значит, черты. Быстрое лечение, здоровяк, соответственно, для некроманта мы это взяли. Ну, эффективность маны тоже взял. Из отрицательных брезгливы, непереносимость лактозы, пироманьяк и уродливый. В общем, будет у нас такой брезгливый, уродливый пироманьяк некроман. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, давайте начинать. Ну-ка, откроем-ка мы. Некоторое время вы были учеником волшебника и работали над прототипом устройства, которого, вероятно, можно использовать для побега из катаклизма. При первом испытании что-то пошло не так, и ваш учитель телепортировался наизнанку. Теперь вы должны сообразить, как спастись самому. По крайней мере, он оставил свой блокнот. Что ж, хорошо. Спасибо ему и на этом. Что у нас, кстати, по времени года? Весна. Весна — это хорошо. Но как-то я уже подустал от зимы. Фонарик заберем. Этот раз мы играем без перков, как вы видели, да? Нету перка на увеличение объема, нету перка на увеличение веса. Смотрим, как оно пойдет. Обычно я с ними играю, но сейчас немножко такой без этих перков. Потому что не хватает просто очков. Значит, вот здесь у нас дождевик. Ну, возможно, возьмем. А вдруг дождь пойдет. Сейчас будем исследовать всю эту... Домик волшебника этот. Дианетика. Планета воды. Навык плавания. Бери в руки дианетику. Не знаю, что за она. Сейчас посмотрим. Надо выйти. Компьютерный мир. Надо выйти, в общем, наружу. Там разберемся, куда мы нас занесло вообще. Но еще нам надо как-то сделать рюкзачок, наверное, какой-нибудь. Кошачьей грации зелья. Интересно, интересно. Зелье тут валяется. Шапочка. По магии книг дополнительно я тут смотрю и нету. Мы в каком-то подвале оказались. Вот, так это в городе. Мы почти в центре города оказались, притом город не маленький. Ресторан, что-то поблизости, канализация, частный парк, переработка фруктов, яблоневый сад. Для яблочек еще, наверное, рановато. Так, отсюда надо будет нам сейчас валить по-быстрому, я так понимаю. Дверь закрыта, потому что уже кто-то где-то лазит. Сторону вообще валить? Да нам как бы, наверное, наоборот, таки влево и надо валить. Ой, не знаю, как-то неудачно зарандомился этот домик здесь. Кругом зомби. Как я отсюда буду уходить? У нас есть вызвать зомби. Спел такой. В общем, надо влево валить. Куда мы здесь побежим? Через этот дом, если... Сколько там домов вообще? Ну, в принципе, один дом. Зомби. Все. Сейчас надо вызвать своего зомби. Время каста 1 минута. Серьезно? Призыв двух зомби. Угу.
Понятно. Все понятненько. Бежали. Побежали отсюда. Разбивает эти окна. Да уж, старт, конечно, такой себе, я бы сказал. Все, у нас выносливость закончилась, но это, походу, неудачный старт будет. Потому что как я отсюда уйду, если за мной куча зомби бегут. Что за некротический взгляд? 15 биологического урона. Хорошо, погнали. Давай, биологический урон наноси. 100 ходов, время каста. Свободные руки. Так, выкинь эту книгу, она уже нам быстрее всего не пригодится. Каменный нож у него в инструментах. Как далеко? Ну, не очень далеко. Да, отменяй. Отменяй, отменяй. Чтение этого заклинания. Но если он только один за нами увяжется, то еще куда ни шло. Но мне кажется, что не один он увяжется, потому что он снизу, там толпа. Что-то в эту сторону она направляется, по-моему. Все, по идее, еще должны достать. Не достаем все равно. Мана 1026, что? Подождите. Сколько маны стоит? А, мана не стоит, она как бы тоже отнимает у нас очки здоровья. Просто маны, видимо, изначально столько было у нас. Не восстановили еще. Все, сейчас можем кастовать уже. Теряете концентрацию. А сколько шанс? 58 на провал. То есть, ну, станем, может, пару раз хотя бы. Давай в голову. 16 урон нанесли. Среднее ранение. Ну, еще раз. Теряли концентрацию. Ясно, понятно. Берем ножик в руки, не прокатит. Дальше это наша концентрация и все такое. Бери в руки. Все, погнали разбирать его. У нас получится это сделать. Хорошо, получилось. Немного нас покоцали. Уходим отсюда. Так, по карте, значит, башня волшебника раз, а башня волшебника два. Значит, отсюда мы где-то сбежали, да, с подвала. Вот здесь вроде. А нет, подожди, какой здесь? Здесь вот где-то появились. В каком-то подвале. Ну все, тогда в сельский дом пробираемся. Там немножко, думаю, залутаемся. Надо раны перевязать. Ягодки готовы уже. Малиновый куст. Еще не созрели. Весной пока напряженки с фруктами у нас. Подождем лето. Лето придет, все расцветет. Будем питаться фруктиками. Я поставил, что я поставил? Непереносимость лактозы. Но это не страшно. Не будем пить молочко, там сыр есть и все такое. Ну, откройте вы мне окна хотя бы. Ну и что мы здесь видим? Какой-то пустой домик. Ну реально вообще... Ни вещей, пару книжечек. Что здесь у нас есть? Кола. Хорошо, хоть персонаж сразу дефолтно не хочет ни есть, ни пить. Курица ходит. Но это как минимум странно, то что здесь
Нет вещей даже. Нож для стейка. Возьми хотя бы нож для стейка, а то с этим каменным ножом не очень все хорошо. Но мы его из рук уберем вообще. Давай, ложи в инвентарь. Пошли хотя бы кровать, что ли, разберем. Ломай стул голыми руками. Берем доску. Надо что-нибудь сделать. Те же повязки, винты. Обнаружен питбуль. Ничего страшного. Думаю, питбуль нас не должен атаковать. Ну, конечно, все возможно. Прочее. Самодельный бинт. Готово. Много мы его можем сделать. Ну, давай штучек 10 для начала сделаем. Все, сделали. Берем бинтики. Вбрасывают в доску. Значит, тут есть у нас медработник журнал. Поднять до единицы. Пойдет. Выбрасываю бинты. Сейчас считаем журнал. Не повезло, пока у нас ничего мы тут не нашли. Ни рюкзаков, ни даже простыней каких-нибудь, чтобы сделать рюкзак. Небольшую котомку эту. Почитать один раз. Не, еще читай. Да, вот читай, покуда навык не поднимется. Все, отлично. Навык поднялся. Выбрасываем этот журнал. Бери бинты все. Ну и сейчас давайте их использовать по назначению. То есть хорошо, что у нас мы взяли быстро лечение и здоровяк. Как бы, ну это все из расчета на то, что некромант, получается, постоянно будет сливать свое здоровье на всякие спеллы. Так что надо быстро восстанавливаться. Опа, это что такое, смазанный свиток? Ничего себе. Ничего себе. В обычном домике смазанный свиток нашли. Вызов медведя, друид. А что за закон подлости? Почему? Подожди, а разве друид может быть анимист и друид? А, биомантом не сможем стать. Будем некромантом-друидом. Конечно, будем. Мы будем вообще призывать с вами, так понимаю, в этом трае. Мы будем призывать зомби за здоровье, а этих медведей за ману. Неплохо. Конечно, становимся. Биомантом я поиграл уже немножко. Ну, так себе прикольно, но друидом еще я ни разу не находил. А цветок медведя, ну, это просто повезло, зарандомило так. Вызов медведя, значит, 600 маны стоит. Время каста 5 секунд. Ну, другое дело, время каста 5 секунд. Это никак не минута. Видимо, чтобы вызвать зомби, надо какие-то там очень-очень страшные ритуалы проводить. Один черный медведь, дальность 3, продолжительность минута. Ну, и продолжительность, конечно, поменьше. Здесь 8 минут, а здесь 1 минута. Хорошо, что у нас маны. Я взял тоже ману. Эффективность маны. У нас ее 2200 сразу. Что там написано? Да, в своем теле можем больше маны хранить. Так как с вызовом медведя того же, да, как вы видели, это 600, сколько там, 675 маны. Вот так вот. Значит, а повторно мы этот свиток сможем читать ведь, да? Ну да, можем. Получение уровня, уровня заклинаний. Давай почитаем. Обнаружен питбуль. Опа, стоянка. Стоямба. А что это такое? А как это называется? Грибное ложе. Это что, мы башню нашли грибную? Один тип деревьев растет. Да тут не то, что один тип деревьев растет. Тут просто у вас завелось... А, грибная башня где-то.
Гуль. По-моему, я не наблюдал. Не знаю, может, я не заметил. Не, вот этого точно не было. Это сейчас распространилось. Видимо, где-то есть трифиды. И покуда мы тут читали, там, всем вот этим занимались полезным делом, они тут все заполонили. В общем, свалим отсюда, чтобы они дальше не размножались. То это будет беда. Нам нужен какой-нибудь спелл, чтобы там огненный шар вызвать. То есть будем кельвиниста качать, наверное. Но опять-таки, надо еще найти спелл этот где-то, надо бы его выучить. Ну, начало, скажем так, было не очень приятное. Опа, фунгалоиды внизу. Гриба-зомби. Ну, что ты будешь делать? Только хотел сказать, что мы вроде как... Начало не очень хорошее, а середина вроде как ничего, но... Все обломалось. Гриба-зомби. Гриба-зомби. Надо сюда идти как-то пробираться. Где тут вы лазите? Я не наблюдаю. Ну-ка. Эти понятно. Они вроде нас не видят. Или видят уже. Восклицательные знаки, по идее, видят. Облако спор фунгалоид. В общем, уходим влево, получается. Зомби-пловец, гриба-зомби. Значит, призываем обычных зомби. Свободные руки. У нас самодельные бинты в руках, да? Значит, дождевик. Дождевик надеваем. Во, немножко веса побольше стало. Положить в инвентарь. Мы как будто в костюме химзащиты сразу выглядим. Вызываем зомби. Выберите часть тела. Нога. Давай в торс бабахнем. Ноги не хочу портить. Вот, немножко торс повредили. Все, они на 18 минут с нами. Пошли. Зомби, идите сюда. Ну вот один зомби пошел, второй что-то тупит. Не хочет за нами идти. А, ну вот, пошел, пошел, пошел. Наши товарищи теперь зомби. Ну, вы идете за мной или как? Та вторая что-то все время отстает. Ой, тут начали распространение грибки. В общем, ясно, влево мы не ходим, мы идем. Куда ты побежал? Да уж, с управлением призванных существ тут очень большие какие-то проблемы, я смотрю. Ну все, мы потеряли свои зомби бесполезных. Лопается, взрывается. Ну там зомби пошли в атаку. На облако спор идти. Кто внизу лазит? Утка. Грибной спорофит. Где грибной спорофит? Фунгалоид, фунгалоид. Грибной спорофит. Так, а что внизу еще у нас фунгалоиды? Облако спор. Ну, карта, скажем, неудачно получилась. Кругом фунгалоиды. Дорожные работы. Чем отсюда надо нам как-то по-быстренькому сваливать, я так понимаю. Что с машиной? Может, нам повезет, мы сразу в машину сядем. Бензин есть, колес не хватает. Конечно, как нам повезет. Да, нам вообще так везло. Собачки носятся. Собачки еще ладно, пусть носятся. Кто внизу у нас? Фунгалоид. Да не посмотри, везде фунгалоиды. Пусть на нас только не агрятся они. Будет хорошо.
обходим их десятой стороной. Опа. Это у нас БТР или что? ДБМП. Колес не хватает. Может, внутри оружие есть? Где там залаз какой сзади? Ну, внутри определенно что-то есть. И граната есть, это для гранатомета. Патроны есть 50-го калибра даже. У нас рюкзака даже нету. Смысл этих патронов. Сейчас я не вижу. Карманный нож. Беруши. И все на этом. Ну да, ну да. Аккумулятор валяется. Что-то с картой странное произошло. Почему она вся в грибках? Просто вся. Понимаю, где-то одно место. Демонический паучок. Просто вся карта, сколько мы уже не прошли. Все в фунгалоидах. Это как минимум странно. Как максимум меня это бесит уже. Я просто не могу никуда пройти. Ну вот, посмотрите, что делается. То есть мы продолжаем, с этими грибками тут ходить рядом возле них. Так, зомби сагрился, надо вызывать тяжелую артиллерию. Где наш медведь? 5 секунд. Ничего страшного, подождем 5 секунд. Взяли концентрацию, сколько у нас? А, у нас вызов медведя очень сложно. Угу. Понятно. Конечно же, мы от этого зомби не уйдем. Куда мы вообще дошли? Мы дошли в какой-то отель. На, мотель. Ну что, что? Ну, сейчас будем опять демонический этот какой-то некротический взгляд кастовать. Куда он подойдет. Желательно в этот куст его загнать. А, тут соткаться на движение не особо. Там где-то надо его разобрать в траве. Вот, 250. Зомби. Так, а тут кто? Тоже зомби. А это грузовик. Наверное, этот... банковский броневик, который перевозит там золото, серебро. Ладно, попробуем убежать. Давай, касту некротический взгляд свой. Ничего страшного, что он близко. Что значит остановить? Почему это остановить? Ну, какая-то фигня происходит. Теряли концентрацию. Все понятно. Не получается. Ну, берем нож для стейка. Что еще остается? Ну, с одним-то мы справимся. А вот другие могут подойти. Это да. Вот грибной зомби там лазит. Бери, доставь ограничения, чтобы этих грибов не было. Да, мы тут вообще зайдем сейчас. Углубляемся в лес. Группу студентов. Надо куда-то либо направо, либо налево уходить. Ну, либо через лес идти уже до конца. Там будет, что будет. Сейчас бы найти домик нормальный, где есть какие-нибудь вещи, там пересидеть, где вода есть, еда есть. Выучить хотя бы призыв медведя.
на нормальный уровень, на такой, чтобы могли его реально вызывать. Потом уже куда-то дергаться. В том домике, что мы были, там еще такого нету. Ни еды, ни воды. То есть все надо как-то будет добывать, где-то идти. И рядом он с зомбаками, что не очень хорошо. Вот сейчас лазим по болоту. Надеюсь, нам стрекоза не встретится гигантская. Болото когда-то должно ведь закончиться. Там какой-то просвет впереди виднеется. Сейчас посмотрим, что нас за этим просветом ждет. Хорошее или не очень хорошее. Черная крыса. Но, по крайней мере, ушли мы от фунгалоидов. Оп, стояночка. Это что? Кемпинг? Кемпинг. Кемпинг я пропустил. Давайте сходим в кемпинг. Что там есть полезного? Может, что-нибудь нам туристы оставили? Палатки. Главное, что там сами туристы не остались в виде зомби. Палатки, палатки, еще раз палатки. Опа, это что? Грелка. Да, не густо, от слова совсем ничего нет. Надо выйти на дорогу. Куда-нибудь дорога нас приведет. Или не приведет. Ну, что-то поляна большая открытая, без леса. Вот. Дороги, тропинок не видно. А вот есть дорога. Отлично. Выходим. Наверное, надо боевой режим безопасно, вернее, включить. Мы можем прозевать зомби. Мы пришли в лабу, да? Угу. Что здесь, на первом этаже что-нибудь полезное есть? Вот по пропускам строго. Бифокальные очки, солнечные очки. Эти солнечные очки можно и взять. О, автомат рабочий, да? В нем ничего нету. У нас даже и карточки нету. Но карточка-то не проблема достать. А вот то, что нету в нем ничего, это не есть. Хорошо, сумочка. Давай, берем сумочку. Солнечные очки. Солнечные очки. Сумочку надеваем. Правда, она, наверное, руку сковывает, да? Да, руки скованы. Наверное, будет каст задержаны. Да уж, продолжительность минута. Я думал, Мишка с нами подольше будет. Оказывается, нет. Что с ним случится вообще? Он пропадет, исчезнет, растворится в пространстве. Либо он останется Мишкой, но только уже будет не нашим Мишкой. Если это такой вариант, то меня не очень устраивает. Чихуахуа. Вредная. Черная крыса. Черные крысы мы обойдем, стараемся. Не могут нас и съесть. Лабрадор, овца, щупка. Куда это мы зашли? Яблоневый сад. Ну, к лабрадорам тоже близко не подходим. Они могут цагриться. Опа, так, крэк, амебная плесень. А что здесь? Группы солдат. О, вот это интересно, это интересно. Значит, давайте призовем зомби. Отряд зомби. Нужны свободные руки. Сейчас я освобожу руки. Попробуем этих крэков там завалить. С помощью зомби.
потеряли концентрацию. Продолжаем. Торс, тоже торс. Ну, собаку только не трогайте, пожалуйста. Не трогайте вы собаку. Ну что вы за зомби? Носитель НР. Это где носитель НР? Все ясно. Все предельно ясно. К этим салатам мы не пойдем, потому что там это носители. Зомби решили собаку сожрать. Они совершенно неуправляемые. Это зомби. Бульдог убегает от них. Легкие ранения, средние ранения. Да их бульдог разнесет. Он их сожрет. Все, зомби мы решились. В общем, пока меня они не радуют. Скажем честно, эти зомби. Они совершенно тупые. Просто агрится на всех подряд. Лось. Где лось? Лось внизу. Хорошо, мы его все равно обходим. Что здесь? Хижина. Поле. Кстати, по поводу хижины. Давайте зайдем. Вот здесь даже рассада есть. Трава. Плодоносящим растением полынь. Собрать полынь можно. Ух ты. Так она разве съедобная? Полынь же несъедобная. Лестница есть. Стремянка. Пойдем посмотрим, что в домике. Заперто все. Неужели все окна будут заперты? А кого мы заметили? О-о-о! Ясно. Уходим с этой хижины. Надеюсь, собака не в нашу сторону пойдет. Вот она сагрилась. Она как раз в нашу сторону идет. Значит, надо бежать вверх. Где мы их видим всех? А, вон, сверху. Так, я отключу безопасный режим. Все, оторвались. Ну, сейчас либо вниз, либо вверх. Давайте вниз пойдем. Тролль. Где тролль? Вот он где. С троллями тоже встречаться не хочу. Надо усиленно смотреть на карту, чтобы не залететь случайно. Туда не нужно. Какими-нибудь троллями столкнуться. Рэк, амебная плесень опять. Ну что, тут опять трупы военных? Нет, на этот раз трупы студентов. Амебная плесень-то ничего не сделает, а вот крэк нападет. По идее. Сов-медведь. Ну, сов-медведь тоже не вариант. Все, крэк сагрился, да? Да, крэк сагрился. Мы сможем призвать зомби? Крэк близко. Все, отмена. Берем нож для стейка. Так, цена движения сотка. Какая у нее скорость? У нее скорость быстрее, чем у нас. Мы попробуем. Сможем разобрать, не сможем. Убегает он. Немножко трусишка. Опа, сов-медведь. Сов-медведь, сагрись на крыков, пожалуйста. Молодец. Отлично. Отлично. Что за здание? Обвалившаяся хижина. Ты убегает сразу. Иди сюда, Крэк. Не хочет в кусты залазить. Надо поставить его. Вот, все, залез. Правда, я залез в кусты. Скоро там развалишься. Без ранений мы его пробить не можем. В этом проблема. Да, мы его не пробиваем вообще. Все время промахиваемся. А он не отстает от нас.
Какой хитрый, он не хочет в кусты залазить ни в какую. Мы по нем еще попадали, еще куда ни шло. Он тоже особо нам, по нам не попадает. Зато поднялся рукопашный бой. Хорошо, стоим, качаемся. Нас все равно не отпустит никуда. Вот, уже попали немножко. Он тоже нас вкусил. Здесь главное, чтобы своего медведь не пришел сюда. По нашу душу. О, еще раз попали. Отлично. Как у него со здоровьем? Тяжелое ранение. Скоро разберем. Единственное, что у нас выносливость скоро закончится. Сколько, кстати, уже там прокачалось? Сколько еще оружия? 1-24%. Рукопашный бой, единица. Уклонение качается. То есть нам крыки можно неплохо, в принципе, раскачиваться. Ну, до какого-то определенного времени, когда мы начнем часто по ним попадать, конечно, мы его разберем. Да уж. Частота попаданий просто зашкаливает. Вот, он потиху нас тоже кусает. Почему у меня заканчивается выносливость? Я вроде стою сейчас на месте. Надо по нему еще пару раз попасть, потому что другому ничего не произойдет, он никуда не денется. Ну вот один раз попали, очень тяжелые. Попади ты еще разок. С выносливости уже нету. Да. Что хорошо, хоть у него нет никакой регенерации, чтобы этот бой был просто бесконечный. Все, при смерти. Хоть и при смерти, он все равно продолжает нас пытаться укусить. Кровотечения нет у него никакого. Соответственно, ну, просто нету кровотечений. Все, крэк тает. Ух, ну что, давайте подождем. Давайте подождем. Ну, пошли дальше. Очень, очень долгий, очень сложный бой у нас прошел. Я прям палец устал кнопку нажимать, пропуск хода постоянно. Река впереди. Куда-то она должна нас вывести, наверное. На какую-то дорогу. Мост. Пойдем вдоль реки. Как бы довольно относительно безопасный путь. Надеюсь, зомби тут не должно быть. Ну, всякие гуси. Акулы тут могут быть. Щуки. Понятно. Главное, чтобы тут зомбаков не было. Ну и когда-то мы должны куда-то выйти, где-то мост какой-нибудь найти. Соответственно, где мост, часто встречаются и машины. О, кстати, мы пропустили здесь. Что это у нас? Полевой кемпинг. Ну, полевой кемпинг такой себе. Там быстрее всего ничего не будет полезного. Здесь хорошо, что мы хотя бы нашли этот плащик, то есть у нас вес немного увеличился. Ну, как бы персонаж не мерзнет, то есть все-таки весна, да, но еще не очень, видимо, жарко.
Так, а что тут? Кораблекрушение, интересно. Кораблекрушение это интересно, только я к нему не проберусь. Да, я к нему никак не пройду. Там, кстати, бритва коготь, это как? Бритва коготь, притом их несколько там, трое. Ракообразная размером с человека, с твердым, как железо, хитиновым панцире, способная издавать самый ужасающий вопль. Их часто видят поблизости кораблекрушений или других темных влажных мест, в которых они устраивают гнезда. Вот так. Не судьба нам туда добраться, но в любом случае не судьба добраться, потому что плавать мы не умеем. Ой, это что за здание перегородило нам? Разбившийся вертолет, портал, воронка, исследовательский центр. Уходим отсюда. Где есть порталы, там очень все плохо. Постоянно появляются жесткие монстры. Не надо нам такое удовольствие. Вот еще один портал за забором. Уже, кстати, не помешало бы что-то, наверное, скоро найти, попить, поесть. Потому что персонаж то пока еще сыт, но вот с водой уже начинаются траблы. Скоро у него будет хотеть водички. Хижина. Во, воду, кстати, можно набрать. Если будет, конечно, во что набирать. Двери открыты. И курточка есть, и еда тут есть. Наверное, мы тут, в принципе, какое-то время побудем. Единственное, что... Ну ладно, сейчас пока полутаем, посмотрим. Потом надо осмотреться, что тут в округе есть. Вот, водичку возьмем. Антибиотики тоже можно взять. Тут такой свисток. Кожаная куртка не по размеру. Книжки какие здесь. Информатика, радиолюбитель. Компьютеры, шитье и кройка. Медработник. Медработник мы уже качали до единицу медицину. Да, покуда игра сохранялась, все-таки она запоминала все действия, которые я сделал с кнопочкой вперед. В итоге после загрузки сохранения персонаж сам вперед пошел. Тонкие перчатки. Но они нам будут мешать кастовать. Мне бы какой-то рюкзак нормально найти. Либо сделать самодельную перевязь. Вот. Давай хотя бы самодельную перевязь сделаем. Сразу надеваем ее. У нас таким образом еще побольше стало объем сумок. О-о-о. Там кто-то есть, но... Отвертка берем. Кто-то есть там, да? Неизвестно, правда, кто. Уже жарко стало. Зомби там или нет? Но двери не ломает вроде. Возможно, и не зомби. Сейчас еще проверим. Вот здесь стакан есть, что можно набрать воды. 6 кофейных кружек. Вместимость объема кружек какая? 0,250. Маловато, что-то бы побольше найти. Вот, здесь уже получше. Значит, 3-литровая стеклянная банка есть. Туда можно воды набрать. Варка первого уровня, можно и сварить там. Вот, еда есть немного. Пойдет. Сушеные фрукты. Нож мясника.
Хорошо, в принципе, здесь можно и остаться. То есть единственное, что я говорю, надо как-то поаккуратнее, чтобы там снизу никто не вылез с этого сарая. Так, в принципе, хижина нормальная, пойдет. Думаю, отсюда они не доползут за боки. И мы тут какое-то время сможем спокойно переждать. Ну что ж, тогда на этом будем такую вступительную серию заканчивать. То есть, в принципе, мы вырвались. Сейчас надо будет поспать, поесть, получить книги, получить спел, который на вызов медведя. Так что записывать я это, конечно, не буду, так как неинтересно. Ну, значит, все тогда. На этом все. Всем пока.